Где вы с отцом остановились? Мы живем в том старом доме на болоте. Черт знает где. Мама тоже с нами. Они постоянно ругаются. Обижают тебя? Нет, все в порядке. Что, уже нашла друга? Отстань. Тот старик не показался тебе странным? Нет, вроде нет. Эта дверь не открывается. Есть же ключ. Не от нее. Жутко. Чем могу помочь? Здравствуйте, я Айзек. Я заглянул, чтобы пригласить вашу семью на ужин. Мы привезли еду, чтобы приготовить ее у вас. У нас на болоте так принято. Так можно нам войти? Конечно, можно. Та записка от вас. Что вы имели в виду? Дьявол всегда следит за нами. Кто-то приглашает его к себе, кто-то нет. Без обид, но я не верю в дьявола. Дьявол верит в вас. Подруга, да у тебя фонтан. Что происходит? Они должны уйти. Пора взглянуть правде в глаза. Не волнуйтесь. Если вы праведны, вы выживете. Вы безумны? Анна, беги! Пепел к пеплу, прах к праху. Вы не должны бояться. Не я здесь злодей.